Я просто в шоке, что некоторые посылки из Великобритании доходят намного быстрее, чем из Чехии. Это просто невероятно. А настоящая Беверли Хиллз, у нас вообще этой марки в Чехии нету. Я просто в шоке, почему и как такое может быть. Это настолько популярная марка, ее у нас нету. Too Faced у нас есть, но дороже стоит, чем в Великобритании. Я просто в шоке. Платежеспособность ниже, а при этом дороже стоит. Меня вот эти вещи просто вырубают. Это какой-то ужас, я не знаю просто. Вот. Что в 21 веке мы до сих пор возимся с какой-то доступностью товаров. В общем, просто откровенно многие магазины, интернет-магазинам абсолютно проигрывают. У меня посылка из Великобритании вообще дошла за пару дней в этот раз. Обычно до 2 недель. Я очень часто заказывала из Великобритании до 2 недель. Сейчас просто за пару дней. С каждым годом, к счастью, все меньше людей спрашивают, что ест веганская семья. И меня очень часто забавляют дико эти вопросы. В особенности я на своем веганском уже бывшем канале показывала свой холодильник 3 года назад. И мне куча людей написали: фруктов нет, каш нет, чего-то. Я чуть не упала в холодильнике хранить каши. У меня целый шкаф просто всяких круп, всяких бобовых, всего на свете. Мы очень разнообразно питаемся. Вот, сегодня покажу, что у меня в холодильнике. Это майонезы веганские, это лимончик. Я даже купила себе персональную тарелочку. Это масло. Здесь масло, ну, уже начатое, которое мы кушаем. Тут паштет, тофу с этими, с, как они называются, с базиликом, по-моему, сосиски, греческий сыр. Все веганское, я не буду перед каждым продуктом говорить, что веганское, все веганское. Это котлеты из кукурузы, кетчуп, это кефирчики соевые. Так, тут что у нас? Маринованный тофу, тут у нас сыр еще один. Тут у нас копченые сосиски. Там у нас роби, это баклажановые котлетки, тут у нас клубничка, тут у нас обычный тофу, тут у нас кокосовые йогурты, тут соевый йогурт, тут мазательный сыр, тут мы купили какую-то сосисочку одну попробовать, там колбаса соевая для жарки, что там еще у меня, котлеты вон капустные лежат вдали, тут виноград, тут у меня сливы, тут овощи. Овощи, овощи, еще в нижнем ящике картошка, там лук такой, морковка. Вот, здесь что у нас? Соевое молоко сейчас открыто, сметана рисовая, овсяная, кокосовое масло. Потом этот холодильник просится закрыть, соевый соус, яблочное пюре, это я готовлю маффины. Это кетчуп еще один, почему-то два у нас, это агавовый сироп. Это пары, я не знаю, как по-русски называется, и даленька открыта, и шоколадка. Вот, и в морозильнике у меня. Что у меня в морозильнике? В морозильнике у меня куча мороженого. Я очень люблю мороженое. Это миндальное мороженое, все остальное соевое мороженое. Соевое почему-то мы больше всего любим. Разное тут, сразу разных вкусов, в разных формах. Здесь у меня замороженные ягоды и такие штуки для капусты замороженная, такое для смузи, для коктейлей. А здесь у меня эти кнедлики с вареньем, этим ягодным, как оно по-русски, совсем забываю, вареньем клубничным и 2 пачки замороженных овощей. Хочу еще сказать, что фрукты я тоже не храню в холодильнике. Меня так поразило, как мне понаписали в прошлый раз, что фруктов нету, круп нету в холодильнике, да. В общем, там, да, там только клубничка стояла и виноград, а так вообще фрукты у меня в другом месте хранятся. И здесь у меня запасы всякие. Каш сегодня не буду показывать, как. Ну что, я еще даже не прочитала первую всемирно известную часть, уже купила вторую. Уже купила вторую. У меня вообще первой нету. Я о ней наслышана, и все мне советуют постоянно ее, надо добраться. Уже купила вторую, значит, уже и первая где-то рядом.
Я вот думаю, как все-таки все меняется со временем. Я всю жизнь очень любила метро, всю жизнь. И я очень долгие расстояния порой ездила, и работы у меня были всякие далеко и к друзьям, и по 40 минут бывало в пражском метро проводила. Я всегда читала, мне нравилось читать, нравилось все. И вот сейчас мы 2 года живем в центре, и я почти не езжу транспортом. Так, одну станцию бывает, а большей частью хожу пешком. И я настолько отвыкла, что я прямо как будто бы разлюбила натурально. И мне сейчас ехать далеко нужно, и я вот сижу и думаю, мне некомфортно. Я не знаю, что делать, хотя у меня в телефоне книжки и журналы. Сейчас что-то буду листать, но я отвыкла. Я отвыкла, и больше как-то этот стиль жизни перестала понимать. Так забавно, столько лет любила. Парочку подарочков по мелочушке, декорации и горшков для цветов. Сейчас еще зайду в Zara Home. Ой, как мило. Прелестная комнатка. Меня сегодня что-то дико потянуло пошататься по магазинам. Я искала юбку, но так и не нашла то, что мне хотелось. И купила всякую мелочевку. У ДМК каждый сезон туалетная бумага, соответствующая сезону. И вот сейчас у них это летняя лимитированная коллекция. Я уже 2 пачку купила. Красивая она. Приятненькая. Так, что у меня еще здесь? Декорацию купила. Думаю, что на балкон она пойдет. Мы уже много на балкон купили, но все равно как-то на фоне объемов теряются они. Что еще я купила? Ну, такой, наверное, тоже на балкон она пойдет. Сразу же она в каком-то геле, имитация воды, как будто бы. Понравилась мне. И дешево было вообще, 30 крон. Так. Тут моющее средство. Якори я купила. И там еще рамочки для фотографий. Так, а здесь надо распаковать сначала. Мне так нравятся застаренные вещи вообще. Я себе купила 2 горшочка застаренных. Такой вот. И вот так. Ой, Тигрюха, с плиты, пожалуйста, слезла. Тигри! Вот такой мне так понравился вообще. Очень красиво. Расслабься. Только я так умею. Не прочитав первую, я читаю вторую. Я не знаю, как так вышло, но как-то вышло. Я нашел способ освободить тебя. Люка. Счастье. Пока очень интересно. Я вчера купила ее, и я сейчас на какой страничке? Орсон все еще под надзором, так? 68. Если он нарушит... Прикольно. Не могу сказать, что все для меня понятно, может быть, к этому надо прийти, но тусоваться, тут целая глава про то, как надо тусоваться со своими соседями, целая улица, я не такой человек, я не умею все время быть с людьми, мне нужно обязательно уединяться, вот, но, может быть, они не имеют в виду все время. Thank you.
просто усиленно ищет в телефоне адрес. Куда бы нам сходить? Есть на Ходове, на Флоре, на Харке, на Номер. Ну что же, уже вечер, и мы сидим в ресторанчике, перекусили, закупились, узнали, что один из магазинов, который мы любим, обанкротился по ходу, или обанкротился, или здание закрывается на реконструкцию, не ясно пока, в общем, закрывается, там гигантская распродажа всего на свете, зашли, покрутились, все вкусное съели уже до нас, так что мы практически ничего не купили, там три маленькие штучки, вазочку и две эти, как они называются... Как они называются эти? Коврики для тарелок. Ну, коврики для тарелок, не помню, как по-русски. По-чешски подложки, я не помню, как они по-русски называются. Вот так, вот.